Строительство этнопарка Дюкча находится на личном контроле мэра Магадана. По словам Юрия Гришина, губернатор региона сказал, что нужно активнее помогать для того, чтобы быстрее достроили парк. Таким образом, подрядчик получил помощь из-за особой экономической зоны в сумме 100 миллионов рублей. В недалеком будущем здесь появится непосредственно зона отдыха, а также ресторан и эко-отель с видом на море. Уже сейчас можно увидеть начало будущего этнопарка. Ну, это вот как на любой стройке, подготовительные работы, их не видно. А вот когда уже подготовка прошла, начинается уже то, что все видят. Соответственно, сейчас вот у нас почти 5 километров бордюра закуплено. Вы не представляете, со Вьетнама привезен в бордюр вот этот гранит, ну, потому что нету на производстве его по факту. Наши логисты все просчитывали, самый быстрый вариант получился с Вьетнама. На самом деле, очень много материалов приобретается с Европы. И там тоже сроки. Глобально сроки. Везде сроки, приходится все толкать, пинать. Потому что вот эта вот тенденция, то, что сейчас все привыкли на коронавирус и так далее, на пандемию. Вот пока не пихнешь, ничего не ездит. И вот все надо пихать, поэтому даже сейчас стоит у нас там несколько машин, которые будут загружаться, ждут загрузки. Мы как бы сидим просто в режиме ожидания. Напомним, парк будет располагаться на левом берегу устья реки Дукча, недалеко от зоны отдыха Горняк, где традиционно проходят различные мероприятия – День рыбака, фестиваль «Старательный фарт», «Хэбденек» и другие.